have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Гусь, до вас я доберусь. Так, а что ты подпрыгнул? Он подпрыгнул на собственной ракетке. Гол. Считается, не считается. Начали мы немножечко не здесь, мы начали аж там за забором, я сюда притопал пеша через эти два двора, но мы закончили серию как раз на этом, поэтому отсюда мы сейчас и начнем. Новых дел у нас еще не появилось, надеюсь, они появятся, когда мы зайдем сюда. Меня прогнали. Неужели я просто не дошел до шортката какого? А, вот, кстати. Это где? А, это я на лестнице оказался. Все, я понял, где. Хорошо, отлично. У нас тут соска, бутылка. Дверь мы открыли. Вышли отсюда, если я так правильно помню. Сейчас, погодите, нет, да. Тут камеру крутит, я не пойму, что мне делать. Меня сейчас увезут в другую зону? Ну что ты от меня хочешь, человек? О, у нас новые дела. Попасть в паб, сломать дартс. Это мы можем. Так, стащить лодочку. Заставить старикана упасть на задницу. Получив награду цветок, украсть кружку, бросить в канал, накрыть на стол нож, вилка, тарелка, перец, вода, свеча. Офигеть. Так, старикан, я знаю, как я заставлю тебя грохнуться на пол. Отдай коробку. Я понял, как я попаду. Так, может там какие-то еще были дела, но у нас... И что они сейчас тут? Как коробка за мной закрылась, я не знаю. Так, погоди, что это было? Посмотрим сейчас, как отреагирует. В прошлый раз он видел, что я забрался в коробку. Сейчас, если он не увидит, что я забрался в коробку, то как это все будет происходить? Так. Блин, жалко, что тут нет какой-то масштабной карты. Потому что, смотрите, когда ты здесь играешь, то мышкой крутить карту невозможно. Карта крутится автоматически от того, когда ты перемещаешься в какие-то локации. В смысле, занеси меня внутрь. Будь человеком. Я уже думал, он меня сейчас закинет в машину. Он, она, не знаю. Наверное, все-таки она. Попасть в паб. Отлично. Тен-т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 ен. А куда ты меня несешь? О-о-о. Проникновение со взломом. Неплохо. Так, хорошо, что от нас еще требуется? Сломать дарт, стащить лодочку. Стащить лодочку, ставить старикана, упасть на задницу. Старикан, наверное, который там, на входе. Ну, у него шнурки развязываются, это мы видели. Посмотрим, что можем с этим сделать.
Зачем я крякнул? Меня тут сейчас крякнут! Так, тарелка, перец, вода, свеча, нож накрыть на стол. Тарелка у нас здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Да, не то. Так, тут у нас кеги с пивом. Тарелку я тогда пока что оставлю здесь. А ты кто? Камушек, камушек не считается. А накрывание на стол, погоди, уж не вот эта катушка имеется в виду, накрывание на стол. Ну-ка. Да, это оно, сюда, отлично, мы выяснили место, куда нам надо тащить. Как-то тут подозрительно мало чего можно сделать. А, вон я понял, где я внизу. Мне нужно туда. Кружка мне нужна? Свеча, вилка, нож, перец. Вилку я вижу. Вилку я вижу. Вилку мне надо будет забрать. Я туда через стелс смогу попасть, я думаю. С перцем будет тяжелее немножко. Нож тоже вижу. Так, всем пока что на меня плевать, это хорошо. Мой стол не разбирают, это тоже хорошо. Есть. Нож там тоже лежал. Перец, свеча. Нож, перец я видел, свечечку надо бы поднайти. Где он у нас находится? Вон перец. Не знаю, насколько он крутой. Эй, крутые перцы. Хорош! Я тебе сейчас крякну, блин! Она меня выгоняет, тварь! Все, иди, иди в свою рыгаловку, иди, я ушел, все. Свали от меня! Надо под столом стелсить, я понял. Сейчас попробуем. Это как... Блин, в какой-то игре было, где под столом стелсишь? Да я ушел! Блин, свали отсюда! Видите, не хочу, не могу. Сначала перчик. Да экран, ну... Экран меня утягивает. Когда появляется другой персонаж, меня утягивает. И меня примагнитило не к тому персонажу. Мне нужно было смотреть, что тетка делает. Я лучше тут постою. Она сейчас уйдет? А то она заметит перец, скажет, фигли, гусь с перцем. Поехали за ножиком. Она думает, где перец. Ну ты его в жизни не найдешь, успокойся, у тебя мозга не хватит. Твоих мыслительно-вычислительных способностей недостаточно для осознания всей глубины моего замысла, женщина. Так, хорошо. Ты меня не видишь. Че я там видел? Я там видел бочку. До свидания. Хорошо, мы почти накрыли на стол. Надеюсь, задание нам засчитается, и нам не придется его повторять. Опа, я еще его положил так аккуратненько. Красавчик просто. Так, нам теперь нужна свеча для полного романтик. Ну-ка. Будем сейчас лазить, смотреть. А где нож? Ага. Вон свеча, вижу. Погодите, это же свеча? Мне там нужно включить воду, чтобы набрать, чтобы оно всплыло, чтобы... Ну, в общем, вы поняли.
Да, я ухожу. Ага. Тогда я под стол-то спрячусь, животное, выпусти меня. А, гонят на гуся, говорят, что гусь плохой. Смотрите, какие жестокие люди. Закрыло. То, что закрыло, ладно. Погодите, а это пароходик. Мне показалось, что это свечка. Это пароходик. Нет! Бездушная, бессердечная. Стащить лодочку! А, мне она уже засчиталась. Мне не надо ее прям тащить, да? Лодочку мне... Я сначала что-то не подумал, что это будет игрушечная лодочка. Но мне это дело засчитали. Хорошо, сломать дартс это мы сделаем. Я вообще думал, что это свечка. Это вообще ни разу не свечка. Так, а где у нас есть свечка? Смотрите, что я умею. До свидания. Вон свечка, вижу. Чувак, скорее! В подполье! Прощай. Ну, пройди. Я не мог со свечкой пройти. Прощай, неудачник. Есть! Накрыт на стол. А, значит, заставить старикана упасть, получить награду цветок. Вот это будет интересно. Украсть кружку и бросить в канал. Кружку в канал. Где канал? Погоди. Кружку я видел на столе. Здесь у нас шорткатец пока что не открыт. Ну и в принципе, ладно. Чё, аж туда в канал? Вы чё? Это же нереально. Ну нет, ну реально, конечно. Тут у нас дверь открывается, закрывается, но она нафиг не нужна. Так, тетка у нас в полном недоумении, что вообще происходит в этом мире. Может тут еще не ходили, смотри. Может ты у нас старикан, которого надо... Кстати, возможно и да. Я его за подтяжки сейчас потяну, смотри. Я тебе не отдам. Нет! Ты же старикан, ты за мной не угонишься, иди нафиг. Это моя губная гармошка. Свали. Фух. Я не знаю, нужна она ему или нет, но пока что она побудет у меня. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Свали, дедок. Все, что можно стырить, оно тут не зря. Сломать дартс. Вот это будет, кстати, интересно. Я понял, что мне надо сделать. Смотрите, 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 смотрите. Я вот этого не ожидал, но ладно, я подумал, что крякну в нужный момент. Неплохо. Я ничего, я стою, я на стендбай. Все нормально. Не надо на меня так смотреть. Опа!
Это было понятно. Я думал сначала его за подтяжки потянуть, чтобы он назад упал. Но и так отлично сработало. Так, хорошо. Хорошо, слушайте. Получить награду цветок и украсть кружку, бросить в канал. Я знаю, что мне надо сделать. Но я практически уверен в этом. Смотрите, какой я красивый. Я не помню. Нет, стой. Вот, иксом это делается. Я забыл, что я так умею. Спасибо. Я повыполнял все их команды, кстати, это я заберу с собой. А что новый список? Так, бросить ведро на голову здоровенного мужика. Интересно. Так, ладно. Хорошо, цветок тогда остается здесь. Спасибо. Второй раз я ваши команды выполнять не буду. Так, бросить в канал. Могу ли я здесь ее бросить в канал? Я надеюсь, что могу, но мне для этого тогда нужна кружка. Ну хорошо, пойдем сопрем. По сути, кроме тетки наверху, кружка-то никому даром не сдалась, да? Я могу ее бросить в канал? Ну-ка, погоди. А где? Ну, серьезно. Это мне с кружкой, погоди, с кружкой мне нужно сбежать. Это же не... Нет, так не это не... Ну, было бы логично, что здесь. Но вы видели, как оно произошло. Где у меня еще доступ к каналу будет? Погоди. Вот здесь. Иди сюда. Вот здесь я могу кружку в канал бросить. Но мне ее сначала надо стащить. За мной тут мужик будет гнаться. Ну хорошо. То есть попасть на территорию могу только в коробке, да? Мне нужен еще какой-то, может быть, шорткат. Посмотрим сейчас. У нас осталось два дела. Кружку в канал и бросить ведро на голову здоровяка. Может быть, сейчас попробуем ведро посмотреть как. Ну, кружка у нас вроде как еще где-то была. Канал вот у нас вот тут. Я не знаю, как я пробегу мимо мужика. Причем надо не разбить кружку. Блин, это... Ты где там? Ты меня нести будешь или где? Смотрите, там, кстати, дальше под террасой можно еще пробираться, постелсить немножко. Коробка. Или, может быть, имеется... Ну, нет, погодите, канал это же вот водяная вот эта штука. Потому что вот эти вот фишечки вокруг люка стоят так аккуратненько. Уж не знаю, как это и что это. Блин, а если кружки закончатся? Прикиньте, если они... Нет, кружка вон опять стоит. Я надеюсь, они будут приносить новые кружки. Я же должен уметь закончить дело, правильно? Иначе будет печально. Ведро. Ведро, видите? Видите.
Я так понимаю, что это достигается за счет помидоров. Но здоровяк, это же вон тот мужик, не? Погодите, тут не все так просто. Да. Да двигайся, пожалуйста. О, все, ты мне ничего не сделаешь. То есть от нее реально можно... От нее реально можно постелсить. Она потрошит... Фу, хорошо мне это закончилось накрыть на стол. Она потрошит сейчас мой стол там накрытый. Вообще офигевшая. Стелс. Я сейчас побегу, кружка разобьется, да? Давайте понаблюдаем. Мне его надо отвлечь. Не-не-не-не-не! Дай сюда, вам это не надо. Это точно идет в канал. Черт. Я похоже... Ладно, я смогу там дальше пробраться, это я помню. Давайте, кстати, глянем... Так, тут ботинок. Давайте глянем, что там было еще в других сторонах, а то я сразу в одну пошел. Может быть, тут у нас еще были какие-то плюшечки классные. Вот сюда, например. Не? Не понял. Блин, насчет кружки в канал, это, кстати, интересная задачка. Нужно подумать... над ее решением. Она же у меня не сбросится. Надеюсь, эти дела уже не сбросятся. Хорошо. Красть кружку. Надо поискать, посмотреть. Может, есть какие-то еще... Неси! Хоп-хоп. Вот так, отлично. Пронеси меня внутрь опять. Кружка, надеюсь, там же лежит. Сейчас посмотрим. Сейчас угол поменяется. Мне кажется, что кружка до сих пор там лежит. Хорошо. О. Как мне этого мудозвона отвлечь-то? Спасибо, что пронес меня. Спасибо, человек. Он пустую коробку взял, обратно понес. Положить в коробку. Погодите. Погодите. Ну-ка.
Здоровяк, иди сюда! Блин, он на меня забил, ах ты ж. Скотина. Я тут. Да пропусти меня, недоносок. Блин, это был мой шанс на самом деле. Это было очень близко. Хорошо, мы поняли, как это делается. Мы поняли, как это делается. Кружка! Это был мой шанс с кружкой! Черт, я понял, ладно. Давайте еще раз. Делаем... Делаем кружку сейчас. Ну, потому что он там очень много времени провоськался. А ведро на место никто не поставил? Может, тетка поставит ведро на место? Было бы интересно, кстати. Оно упало рядом с ним. Нужно, чтобы он как-то стал так? Хм. Ну, по крайней мере, мы его можем отвлечь и там оставить. Потом пойти вынести кружку. У нас хватит времени. Таким образом, мы его отвлекаем. А насчет ведра... Давайте тогда, может быть... Оно же опционально. Ну, конечно, хочется сделать опциональную часть. Ну, задача со звездочкой. Но посмотрим, как оно получится. Мы, в принципе, поняли саму механику, как это все происходит. Давайте выполним обязательные требования. Он ходил туда-обратно. Я мог пройти, я дурак, да? Понятно. Занеси меня. Можно вот тут вот где-то будет бунтануть. Блин, я не знаю, вы, кстати, курсор видите, не видите? Нет, до меня только сейчас дошло. Возможно, просто не видите. Так, мужик. Мужик, я тут. Эй, дядя. Валим! Это мой шанс, если кружка там... Ну давай же, ты утка неуправляемая. Да ну перестаньте меня пинать, уроды. Ходу, 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 ходор. Выбросить в канал. Есть! Фух. Список обязательных дел у нас сделан. Теперь нужно на мужика опрокинуть ведро. Ты уже на месте? Конечно, ты уже на месте стоишь, придурок. Ладно, тогда
Ребят, давайте тогда уже продолжим в следующей серии. Просто опять сейчас идти в коробку, идти туда, тащить его, пытаться что-то. Давайте посмотрим уже в следующий раз, как оно получится. Заодно найдем проход в следующий лог тоже уже в следующей серии. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда.